Физкульт, привет, друзья и ученики. Коротенькое видео. Вы меня часто спрашиваете, какие витамины принимать. Вот эта фирма, которую я постоянно, практически постоянно, иногда покупаю разные другие, просто чтобы попробовать. Принимаю это GNC. К сожалению, они мне не платят за рекламу. По-другому никак это не назовешь. Вот такие коробки. Есть для мужчин, есть для женщин. Но не обращайте внимания вот на название Energy. У них есть различные витамины, вот подобные коробки. И вот Energy, там для суставов, там с креатином. Вот это все лишнее. И мы платим просто за вот эту добавку. На самом деле нам важны витамины. И если вы можете себе найти и купить витамины от GNC для мужчин, для женщин, вообще без вот различных дополнительных ингредиентов, это будет вам гораздо дешевле, но на пользе никак не скажется. Кстати, кто в России не может себе позволить купить такие витамины, я сейчас выложу ролик своего брата, он занимается МВМ. И несмотря на то, что это сетевой маркетинг, единственный, кстати, который живет уже больше 50 лет, у них шикарные витамины. Действительно, витамины от МВЭЙ, ну это не их витамины, они сотрудничают с компанией, брат вам расскажет лучше. Рекомендую, ссылки на то, как связаться с братом и заказать витамины, узнать у него об этом, я оставлю под данным видеороликом. Всем пока! Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Принимайте только лучшее. Тренируйтесь лучше всех. Восстанавливайтесь лучше всех. И будете выглядеть лучше всех. А самое главное, чувствовать себя лучше всех. Кусечка, кушать хочешь? Еще несколько фактов. Витамины Nutrilite – это натуральные витамины, которые усваиваются организмом и при которых невозможна передозировка, чего не скажешь о синтезированных витаминах, которые продаются в аптечных сетях. Помимо того, что усваивается лишь небольшая доля витаминов, которые покупаются в аптеке, так еще более 50% это подделка. А бренд Nutrilite гарантирует, что вы никогда не купите подделку. Это невозможно, потому что вы получаете продукт от производителя напрямую. Впоследствии я объясню вам, как это происходит, если вы сами не понимаете. Что еще? Витамины Nutrilite содержат такие вещества, как фитонутриенты. Фито с греческого растения, нутриенты, жизненно необходимые вещества. Есть такое понятие, как ксенобиотики. Это своего рода любые чужеродные вещества, которые поступают из-за неблагоприятной экологии, которые поступают в человеческий организм. Так вот, фитонутриенты, которые содержатся в витаминах Nutrilite, это единственные вещества, которые выводят ксенобиотики. Подробнее об этих понятиях фитонутриенты и ксенобиотики вы сможете узнать на сайте по ссылке, которую вот я оставлю. Также в интернете, если загуглите, сможете узнать и что такое ксенобиотики, и что такое фитонутриенты. Рекомендую изучить этот вопрос.